сьогодні ми дізнаємося про рекорди та досягнення жителів нашого міста. Для себя я доказал по профессии, потому что я даже не мог представить, о том, что я могу это делать, сейчас я это делаю. Так, а раскройте нам секрет, вот что именно? Ну, я работаю ветеринарным врачом так. И делаем операции. Але іноді ми задумуємося, що головне досягнення в нашому житті – це дітки, які ростуть, розквітають, усміхаються на наших очах. Неважливо, у чому ти ас, важливо, хто за тебе буде перейматися, радіти, розділяти твій успіх та невдачі. Ви знаєте, для себе, мабуть, найбільший рекорд – це був прыжок з висоти, коли боявся висоти і зробив прыжок у воду з висоти трьох або більше етажей. А в жизни это ребенок. Быть папой девочки – это самое большое достижение. Когда приходишь домой с работы, приходишь к ней, наклоняешься, а она тебя чувствует, улыбается, больше ничего не надо. В свою жизнь я не побила никакого такого значимого рекорда, но все же, может быть, для себя это то, что я подготовилась за... можно сказать, за час до экзамена и сдала его на пятерку. Я считаю это своим личным рекордом, поскольку экзамен был довольно сложный, но я все-таки в последний момент собралась и сдала его. Работать могу без выходных, без перерыва по 12 часов. Был приятно удивлен. Мастера спорта могу стать по спорту, тоже был приятно удивлен. Ну, наверное, все удивлены тем, что я знаю 7 языков, а других рекордов нету. Такими є досягнення жителів нашого міста. Тож продовжуйте робити свої великі та маленькі відкриття, розвивайте таланти, про які, можливо, дізнається увесь світ.